Привет-привет, мой дорогой зритель! Ты на канале Black Note, и сегодня мы играем в неожиданную игру Биомутант. Да, я знаю, что я хотел проходить ее на стримах, но как ты видел последний стрим, во-первых, был с ошибками, то есть с проблемами. Во-вторых, он был совершенно по другим играм. Совершенно по понятным причинам, потому что я играл в команде с Вадимом. Теперь я тебе записываю видео Биомутант, для того, чтобы ты мог посмотреть, для того, чтобы мы не забывали, как он проходится. Тебе желаю приятного просмотра. Прожимай свой жирный лайк, если ты еще его не прожал. Я думаю, ты приходишь на видео уже сразу с лайком. Подписывайся на канал, если ты, конечно же, не подписан. И запасайся попкорном. Погнали! Вспомнить бы, куда мы тут направлялись. Что мы тут делали вообще. Потому что это было так давно и такая большая... Ты умеешь определять путь по звездам? Так, подожди. По звездам не умею. Мне вот так определяет. Ну как туда добраться? Здесь горы нам мешают. Наверное, надо. Не везде могу его призвать, получается. И что это такое? Может, получится так проскочить? Да, получилось так проскочить мимо этой зоны. Не знаю, есть ли смысл призывать верховое животное. Я смотрю, что я так двигаюсь быстрее, чем на верховом. Ты рассказывай, как твои дела? Как началась твоя рабочая неделя? Я знаю, что учебные недели уже закончились. Или ты все-таки защищаешься сейчас? Или сдаешь экзамены? Может, у тебя бакалавр, может, у тебя ЕГЭ? Что у тебя? Расскажи, поделись. Нам всем интересно, всем, кто смотрит это видео. Всем, кто читает комментарии, всем интересно, чем ты сейчас занимаешься. Вот тут. Тут меня ждут какие-то... чебуреки. Так. Надо всех покромсать. Хитрый, я хитрый. Это личное. Это личное? Чем же это личное? Так, сейчас всех покрошим. Ты, это что такое? На куски. Естественно, на куски, по-другому не умею. Почему хитрый волк иногда? То такой, то такой. То синий, то зеленый. Что, я еще кого-то не покромсал? Вроде всех. Забирай ты себе. Естественно, себе. Я думал, тебе отдам, что ли. Так, эти пустые. А нафига я с ними дрался, если они все пустые? Так. Надо уровень поднять. Ты движешься, как танцуешь. Блин. Тут надо тоже что-то выучить, что-то изучить. Ага, в пистолетах у меня все выучено. Вумфу. Да, базовый прием ближнего боя, все есть. Базовый прием дальнего боя, все есть. Приемы, все есть. Супер вумфу, все есть. Че изучать тогда? Везуха. Будем канализировать ци. Последовательность ввода Q. Угу, понятно. Что ничего не понятно. Нет, это мне не нужно. О, это хорошее дело. Нет, то конечно четенько. Не зря заскочил. Погнали дальше.
движемся в сторону необходимую нам. Это Ярь-поля, где эхо твоих действий раздается громче, чем где-либо. Кроме, конечно, тех мест, где это не так. Ярь-поля. Понятно? Опа. Вот и оно, древо жизни. Воплощение идеи общего для всех происхождения. Его ветви — это нынешние виды. Уже увядшие представляют наследие. Так, читать до конца мы не стали, слушай тоже. Там какое-то издание. Давай его залутаем быстренько по дороге. Может быть, там что-то интересное для нас лежит. Тут вообще надо чекать все. Да, сейчас будем драться, скорее всего, с кем-то. Ого, это же электрохлом. Да. Его не так просто найти. А я нашел. Это бомкрывище 8F. Интересно, долго ли народ здесь продержался? Тут холодно. Это зона экстремального холода. Даже густого меха недостаточно, чтобы согреться здесь. Ух ты, какие красавцы. А, это там. Да, ух ты, нифига не. Сейчас мы всех их покрошим. Ну, эй, отпусти. Плохо. Огненный тоже так делал. Так, главное не откиснуть. А, блин, что-то я не откис. Берем все, конечно. Конечно, берем все. Так. Отличная вещь. Это может тебе пригодиться. Все, надо отваливать отсюда. Потом можно будет зайти еще раз. То здесь холодно очень. Так, надо привести себя в чувство. Ой, смотри, там какая-то свинка. Какой-то лагерь там. Интересно, апгрейдить можно снарягу? Ну, у меня понятно, что самое четкое. Вот. Что-то мы можем создать. Голову. Стильная крышечка для мозгов. Тут нет ничего. А, дополнений нет. Это только получше, чем моя. Тут. Угу. По дополнениям вообще шняга. Так. Можно ли что-то модифицировать? Нет, ничего нельзя. Нет пока модификаций. С мечом. О, смотри, тут можно что-то добавить. Фига. Отличная штука для тех, кому нравится все крушить. Че, упала скорость? Зато поднялась атака.
Так, что, попробуем пойти дальше? Идем пока посмотрим, что там за животное. Что это вообще за животные такие? Ой, красиво тут, как графика, ох! Я просто кайфую просто. С того, как я... Неужели всю ночь не спалось? Вот тут машины, вот, их надо было залетать. В любом случае. Вот, я говорю. Смотри, еще какое-то улучшение. С бинтами нет проблем. Уже хорошо. Еще одно такое же. Ну, давай глянем. Можно ли еще усовершенствовать снаряжение? Что это? На спину мне нечего одеть. Так, давай попробуем создать, зайти. Если в момент, я так смотрю тут. Ну то смотри, тут это добавляет больше урона. Скорости добавляет больше. Намного больше скорости. Пробивание снижается. Угу, смотри, если сделать это оружие убийства здоровья вдвое больше нанесенного им урона. Но пробивание падает конкретно. Я не знаю, что делать тогда. Еще меньше пробивания. Куда еще меньше? Капец, как падает пробивание, смотри. А так оставим пока. Не, подожди. Я же добавил. Все. Смотрим дальше. Это мы добавили. База. Блин, ну он прямо просится. С любым из этих падает пробивание. Зато растет скорость. Конкретно растет скорость. Блин, будем пробовать пока так. Вот здесь атака конкретно растет. Пробуем пока так. Требуется перо попкорн. Понятно. Идем обратно в эту холодную локацию. В любом случае мы там должны кого-то встретить. Уже зачекаем ее до конца, а потом пойдем по главной миссии. Хорошо, что сюда заглянул, смотри. Здесь столько мест, где можно что-то найти. Но это все пока не очень нам подходит. А, видишь, заражение какое-то идет. Да, скорость меньше, конечно, но я тебе скажу, что ударов-то больше, то сильнее удары. Ну, погнали дальше. Какой-то красный шкаф.
Что-то тут конкретное нашлось. Энергия ци. Еще одна шар какая-то. Все, зона полностью зачищена. Не, не полностью. Что ты меня обманываешь, а? И что такое? Лязгохлом какой-то. Мусор? Что, не зачекал мусор в прошлый раз? Так. Что, зачистили всю зону? Получается, всю зачистили. Нет. Вот еще тут мусорочка такая. От нас хотела скрыться. Все. Зону зачистили, можно спокойно себе идти по нашим основным делам. Новый день начинается с надежды. Уже начался новый день. А ну. Ага, это стрельба такая. Денежки. Так, куда мы двигаемся вообще? В какую сторону? Что нам нужно найти? Дерево получается. Нам вниз? Куда нам нужно? Вниз или наверх? Вниз получается. Ой, еще какая-то башенка меня ждет. Во, этот древохлом как раз то, что тебе нужно. Ну да, я его и искал. Угу. Во, здесь где-то город. Пометим здесь место. Пометили. Посмотрим. Все, мы сюда уже почти дошли. Здесь смотри, сколько всего. Ой. Сейчас столько заданий. Когда это все пройдется, я не знаю. Это место хорошо скрыто от глаз. Оно просто под тем, что над. Угу. Отличное объяснение. Оно просто под тем, что над. Поэтому оно скрыто от глаз. Если бы оно было в том, что здесь, а не по тем, что надо, конечно, его бы не нашли. Подземный мир не похож ни на что другое. Это кто, уже скис? Уже скис говорит. Игра послушает нас с тобой. Или она увидела. Блин, 2 километра возвращаться обратно. Ну это вообще жопа. Жесткая жесть. Жестянка. Что тут внизу? Тут нет ничего для нас спрятанного. По крайней мере, под землей всегда одинаковая температура. Угу. Ничего спрятанного тут нету для нас. Жаль. Там вон цветы слева какие-то. Сколько я не выключал эту музыку, она не выключается. А ну давай попробуем еще раз. Блин, а я же выключал ее. Столько раз выключал музыку, она все равно восстанавливается обратно. Не знаю почему. Теперь нам 2000 метров на... Так, а что мы можем тут сделать? Есть что-то близко к нам тут? Хранилище Старого Мира. Если уйти направо, можно будет дойти до Хранилища Старого Мира. Мы пойдем сначала на Хранилище Старого Мира. Даем мы. Все, идем пока на Хранилище Старого Мира. Посмотрим, что у нас там. Нам нужно с тобой совершенствоваться. Дерево, конечно, оно масштабное. Как в алхимии, да? Такое большое дерево. На протяженности всей карты. Но здесь оно как будто осязаемо. То есть ты его можешь потрогать. В алхимии, конечно, такого сделать нельзя. Тут мы не были.
как мы так здесь прошли и не залутали эту локацию. Тут по-любому кто-то должен быть, кто хочет с нами подраться. Такие уж они, старые кирпичатни. Чего там только нет. Старая кирпичатня. Беспомощная душа нам тут нужна. Слышишь, что с кем-то точно придется драться. По звукам точно. О! Неприятно-то как. А еще стошнить может. Прикольно, прикольно такие локации. Ух ты! Радиоактивный модуль. Ну что он добавляется? Блин, я еще пока не знаю, почему не могу создать свое оружие. Кто-то должен уничтожить эту заразу, пока не поздно. Ух ты, вы какие. Какой ужас. Круши его. Так, его мы положили. Почему он оказался самым легким из них всех? Убирайся. Ага, меня кто-то подморозил. Да, огнестрел, конечно, намного хуже, чем такое оружие. Может, с них, конечно, и упадет что-то интересное. Тебе зря я его бью. Куда? Есть минус. Блин, смотри, того большого было легче положить, чем этих всех. Ну, он, правда, 9 уровня был. Ух ты, это что-то я научился делать такое. Опять уровень поднял. Ну, я вообще беспощаден. Подожди, что, я локацию зачистил уже? Не могло быть такого. Не мог я так быстро зачистить эту локацию. Или зачистил? Эй, ты чё слез? А ну залез обратно. Тут по-любому для нас что-то прошлое. Есть. Учись на нем. Ну я же говорю, тут по-любому что-то есть для нас. Хера, шлемы какие. О! Ух ты какая. Это сразу мы одеваем. Так, хорошо. Почему нету отслеживания этой локации? Аптечечка. И еще одна аптечечка. Хорошо, что я зашел сюда. Что дальше? Почему локация не отслеживается? Так, смотрим. Что мы тут сделали? Тут ничего. Так, уже с кесой мы нашли. Хорошо. А здесь можно как-то здесь забраться? Ага. Тут-то мы уже были. Все ли мы тут залутали, вопрос. Нет, не все. Вон, какой-то там тотем еще нужно взять. Так, беспомощная душа и энергетический тотем. Где тут беспомощная душа? Где ее найти? Тут что-то есть? Нет, ничего нету. Смотрим, ищем. Нужно добить локацию. Раз мы уже зашли. Так. Вот она, беспомощная душа. Нашли ее.
настроение? Просит тебя поступить по совести. Отчет за любовь. Давай я помогу ему. Благодарит за твой выбор. Нельзя себя чувствовать хорошо, пока ты не делаешь хорошо другим. Так, это какая-то побочка сейчас будет. Побочные. Так ярко! Серьезно? Тебе нравится? Мы уходим в свет. Больше мне нравится свет, чем тьма. Не знаю, чем они, конечно, отличаются между собой. Так, энергетический тотем. Где найти этот энергетический тотем? Он где-то здесь должен быть. Вероятнее всего. Ну, давай, вот там что-то есть. Походу, то энергетический тотем. Мир нужно спасать. Проживи этот день на полную катушку. Ну нет, это далеко. Как тут найти энергетический тотем? Вопрос. Заныкать, блин, потом иди ищи, как хочешь. Вроде все облутано, все залутано, все здание. Тут что-то может быть? Ничего нет. Наверху? Давай глянем еще раз наверху. Может, где-то что-то я упустил. Какой-то энергетический тотем. Еще выше забраться можно? Нельзя. Выше забраться нельзя. Хоть у вас с Санкати и общие идеалы, объединение эмоций. Все, пошли. Тут нет никаких тотемов. Влезть на крышу никак нельзя, ничего нет на крыше, нет, нету. Блин. Как же ж так тогда? Ладно, двигаемся пока в ту сторону. Надо собрать там ресурсы. В этой будке вряд ли этот энергетический тотем спрятан. Нет, тут ничего. Надо вот эту штучку зачистить. Ой, шар там какой-то, смотри. Там кто-то есть дальше, вот там. О, тут кто-то нас ждет. Какие-то шарики. Ага, драться в воде я не могу. Нифига ты, дерзкий. Минус. Все, я зачистил их. Что-то мне казалось, что они посерьезнее немножко. Каждый день кажется, что все случается одновременно. Тут валяется отличный твердый древохлом. О, там еще какая-то башня. Смотри, постоянно надо что-то искать, что-то где-то разрушать. Белочка. Так. Мускулистые мускулы. Мозг, это да. Блин, теперь все это нужно. Ага, нужен 10 уровень, хорошо. Аура, понятно. Приемы все есть, супер бунку есть, базовые приемы, все понятно. Пока стоим и ждем. То есть не стоим и ждем, а идем и набираем количество. Там еще одна деревня. Кто? Кто тут решил со мной подраться?
Ой, это кто? Никуда. О. Что он делает? Зачем я приручил и оставил себе? Зачем мне столько животных? Главное, я сам кот, еще приручаю других животных. Да. Бегать тут тоже приходится немало. Пойти через туннель и огрести там. Или может даже не огребем. Так, ну в принципе я понимаю, кого мы встретим в туннеле. Мототуннель. Через него можно лихо пронестись. Можно было бы. Вот смотри, какая здесь дура стоит. Эй-эй-эй, оставь меня в покое. Ага, сам к нему полез, самое главное. Ага, я так понимаю, что... Да хватит меня подбрасывать. Хорошо, не хочешь так, блин, так. Здоровья почти не осталось. Ага, у него броня. Понятно. Отвратительно. Они все такие, не маленького уровня. Ну ты будешь их бить или нет? Нет, его положить в принципе реально. Просто если бы меня не подбрасывал и не бил. Так и долбаная слизь. Ух ты, ты, я вижу, решил со мной конкретно тут заморочиться, дружище. Такой котик, как я, тебе не по зубам. И что с него? Ничего не апнулось? Не упало? О, смотри, какая штука. О-о-о. Всех положим. Всех забаним. Ты видел, она хилится? Это фигня, хилится. Блин, опять какая-то... Какие-то проходы. Кто-то запер эту дверь. Оранжевый ключ. Хорошо, будем искать этот оранжевый ключ. Так, с КПшкой пока вроде проблем не имею. Идти тебе дальше или оставаться? А смысл тут оставаться? Вопрос. Вот эта штука. Здесь таких ящиков много. Здесь надо полностью залутать все это. Всю эту локацию нужно тщательно обыскать. А, птичка. Я тебе говорю, здесь нужно быть внимательным. В оба глаза смотреть. У, штанишки какие хорошенькие. Аж никакие. Аж не нужны даже. Тут темно, пасмурно. Внутри. И должно быть, я вроде бы страшно, но вроде бы и не страшно. О! Это для оружия. Но, блин, создать свое оружие почему-то пока еще не могу. Отличная находка. Рентген прицел. Нифига. Эй, а ну берись. Это моя аптечка. Не хотел мне давать аптечку, представляешь себе? А, то есть тут еще и пройти невозможно. Так я еще и не все залутал здесь, оказывается. Я ж тебе говорю, еще не все облутано, залутано тут. Что тут, цистерна просто так стоит?
ни для чего. И мною тут уже все залутано. А где найти оранжевый ключ? Тьма накрыла мир, как одеяло. Ух ты. Весело. Чего я раньше ей не пользовался? Красиво, красиво, не спорю. Блин, а где еще эти места, где можно залутать? Которые можно залутать? Я их не вижу. Надо будет возвращаться? Не знаю. Крыса, ты вообще тут не к месту. Так, только опыта мне накинешь, да и все. Да. Ой, как мерзко противно. Дождь пошел. Ладно, погнали на точку, где я отметил. До нее 600 метров. Кто? Где? А, вот вы где. Ага, и оба ушли под землю. Красавцы. Больше всего не люблю драться с такими, которые ходят по земле. Так, одного положил, вроде бы. А, нет, я его оглушил. Прибито. Так, этого я вроде бы добил. Эй, ты чё такой дерзкий? Я понять не могу. Ты чё, совсем-совсем котов не встречал на своей дороге? На своем пути? Не знаешь, что с ними так нельзя? Выбирай путь осторожно, руководствуйся тем, что видишь. Вот и хотел бы тебе что-то вырезать, но постоянно какие-то такие встречи, постоянно какие-то такие драки, понимаешь? Ой, одни эмоции. Одни эмоции. Хочешь себе спокойно бежать, смотреть на это красивое... захламленное газами и токсинами небо. Но нет, не дают. Сволочи. Надо понимать, насколько все серьезно, если ты хочешь на что-то повлиять. Зачищать ее сейчас у меня вообще нет желания, честно тебе сказать. Эту локацию. Надо двигаться в сторону... Так, тут кто-то должен быть. Тут никого. Пустая трата времени. Ну а кто знает, что это пустая трата времени? Тата. Трата. Так, а ну-ка посмотрим, можем ли мы что-то создать. Как создать огнестрел? Создать огнестрел, как? Так и где мое оружие? Давай посмотрим, что ты сможешь сделать. Ага, новое оружие. И все ближнего боя. А где оружие дальнего боя? Правая рука, левая рука, предплечье туда-сюда. А оружие дальнего боя что, не могу никак?
Я не могу с ним взаимодействовать, смотри. А, бали. Дальше идем. Офигеть, все характеристики падают, ты видел? Добавляем это. Неплохое дополнение. Дуло. Смотрим, что по дулу. Пробивание. Вот это. И магазин по магазину. Не хватает мне пластика. Но создать можно. Блин. Теперь тебе нужен только повод спустить смерть с курка. Мне нужен пластик. Блин, опять эти твари. Ну что ты будешь делать? Да вы чё, играете что ли, ребята? Да ё-моё. Так, бомба. Да ё-моё. Они не тяжелые, но они, блин, все на кучу. А ты заколебал. Все, свободен нафиг. Заколебался своими бомбами. Судьба такая. Тут еще главное вовремя все нажать. Все, всех положу. Я забываю, что тут есть еще ульта. Постоянно забываю. О, смотри, какое дуло. Ну, с аптечками понятно. Ну, хорошо, хорошо, тут аптечек нам накидало. О, вот там что? Не нужен пластик. Чтобы усовершенствовать огнестрел. Нормально. Это ранчевня. Целая ферма, отравленная таксонолом. Здесь лучше не оставаться надолго. Резина. Что, блин, будем с ними драться? Да-да-да, я понял, что будет плохо. Я понял. Это радиоактивная зона. Пойдешь туда без защиты, пострадаешь. Ага, все, я уже пострадал. Они быстренько меня сейчас определят. Самые интересные места. Не, не будем туда идти. Что-то мне неохота. Там сейчас откисать. Или тратить все. Все. Накопленное здоровье. Чтобы там сейчас откиснуть. Да ё-моё. Вы заколебали, где вас столько делают?
Ух ты, вот это скорость. А это энергия ци же используется. Все, все готовы. Ой ты, эта тень так падает, я думал, нифига сейчас. Что-то кто-то ко мне придет здоровый. Это все еда, в принципе. Которая дает мне здоровечко, здоровечко. Бинтов. Всякой всячины хватает. Блин. Опять всякая. Ерундень. Где пластика мне столько взять? А, мне нужно разбирать шмотки. Стоянка. Смотрим, что у нас по голове. Здоровье, регенерация энергии. Да, это, конечно, энергия ци дает. Используй с умом. Нехил. Оставим железный. Для этого уровень нужно побольше. День прошел не без хлом пользы. Вот я же говорю. Где-то тут пластик должен быть. Сейчас создадим оружие себе. Все, эти пока оставляем. Что, пошли создадим? Дальний бой. Модифицируем, давай. Погнали. Выбираем Джека. Блин, скорость перезарядки падает, конечно. Давай пока пойдем дальше. Потрясающе. Отлично. Блин, все равно не хватает. Надо еще что-то разобрать. Давай штаны разберем. Штанов. Много. Отличная находка. Пока дальше разбирать не будем, потому что не знаем, что будем создавать дальше. Давай возьмем бомбович. Дума. И магазин. Все, создали. Вот, это уже другое дело. Да и посмотрим, можем ли мы сюда еще что-то добавить. Ну, тут, естественно, все падает. Дуло. Все падает. Нет, все оставляем так, как есть. И сейчас где-нибудь, да и проверим. Пора начаться новому дню. Вот это настоящий хламосклад. Только подумай, что народ раньше выбрасывал. Вот и все. Ага, вот он. Вот теперь четко. Огнестрел теперь, ой, какой хороший. Повсюду пули. Блин, ты заколебал.
сколько ты будешь в меня стрелять, а? О, там эти двое дерутся. Сейчас мы им поможем. Рак-бабар. Что сгнило-то? Голова его сгнила. Половина жизни. Блин, охренеть, как он меня так вынес-то? Как-то некрасиво выходит для истории. Как он меня так вылез? Как он вынес меня-то? Теперь будет видно гораздо больше. Так, вроде оружие сохранилось, все сохранилось, блин. Вот это настоящий хламосклад. Только подумай, что народ раньше выбрасывал. Так, сейчас мы их всех здесь покромсаем, потом займемся этими большими. Ну ты будешь видеть этого или нет? Тут главное не стоять на месте. Ну. Куда же ты отходишь, дружище? Давай драться как надо. Отходит он. Ты думал, я тебя не положу? Положу. Блин, откуда такие влаги появились? Их не было. Так, тут мы что-то должны найти. История должна идти вперед. Забираем, он, конечно, не никчемный. Ну, тут сколько всего. Хорошо, что заглянули сюда. Вообще тут получается, везде, где заглянул, везде хорошо подобрал. Должна быть отличная находка, 2. У меня пока только одна отличная находка. Сколько тут всего набросано-то, а? Ищем дальше на улице, значит. Улица, багажники, автомобили. Что там за гулятели? Именно тут, скорее всего, просаживается FPS просто. Проседает.
Так, тут пусто. А вот есть контейнер еще. Угу. Вот тут, наверное, вторая, да. Вот она, вторая. Жилет сафари. Нифига, регенерация энергии. Шлемчик. Шлемчик такой у меня есть. Все, зона зачищена. Столько шмоток, столько шмоток. Это нормально. Улыбаться утренней заре. Короче, мы постоянно будем драться, я смотрю. Не, не хочу ее узнавать. Вон, видишь электрохлом? Отличная находка. Что ж, погнали. До того места? Кто? Кто решил со мной здесь потягаться, помахаться? Ты? Не надо со мной махаться. Не вынесешь. Неплохо. Так. Очки био. Где я должен их использовать? А, вот тут в биогенах, наверное. Тут я все дочистил. Ой, мусорочка, я в ней не лазил. А там аптечечка вот так вот. Не заглянул в мусор? Да, здесь я все зачистил. Здесь мне делать нечего. Тут я был. Ну а на этом на сегодня все. Тебе спасибо большое, как всегда, что ты был со мной. Я надеюсь, тебе все понравилось, тебе зашло видео, тебе сама понравилась игра. И ты меня поблагодари лайком, комментарием и подпиской на канал, если не был подписан. Люблю, целую, крепко обнимаю, твой Блэкнот. Пока-пока!